В аэропорту Махачкалы накануне встретили чемпиона мира по ММА, одержавшего победу в Молдавии Артура Гусейнова. Артур Гусейнов, ассаламу алейкум. Мы ждем тебя обратно. Я прилетел с Молдавии, с Кишинева. Выступил, меня пригласили, сделали предложение подраться. Я не смог отказаться. Для того поехал, чтобы попасть в UFC для Шердога. Сейчас остался один бой, пройду в Швеции. После этого боя подпишут меня в UFC, я там буду драться на 84 килограмм, два боя, а потом на 77. И эти бои прошли неплохо, провел два боя в тяжах. Больше 100 килограмм, весил 86 килограмм, не хотел конкуренцию создавать дагестанцам. 93 пришлось подраться в плюсах, 100. И вот провел хорошо два боя. Один болевым выиграл, другой нокаутом с разворота печени. Выиграл пояс, привез в Дагестан, на родину, своему старшему брату Кириму Айгумову, который всегда меня поддерживает. Большое спасибо всем дагестанцам, кто за меня болеет. Всем здоровья и вам тоже. Ассаламу алейкум.